мене завсюди було питання, а чому нічого не зміняється в Україні? Ось іде час, нічого не зміняється, нічого не зміняється, нічого не зміняється. Потім, а що я зробив для цього? Вельми хотіла змінити мир до лепшого. Рішив як-то впливати на события, які для мене важливі. Почти каждый день узнаешь какие-то новые истории, которые просто выносят себе мозг и показывают действительность с немножко другой стороны, нежели там официальные СМИ, например. Я стала волонтером весны, потому что мне показалось, что люди, которые работают в весне, которые волонтеры весны, интересные люди с динамичной жизнью, с которыми интересно проводить как свободное время, так и чему-то с ними учиться. Я бы стал больше... Рашучы, я пачаў задаваць пытанні, якія дагэтуль не задаваў нікому. Я не хвалююся, калі бачу камеру. Я магу паехаць в іншую краіну, назіраць за масавым мерапрыемствам, ці патрапіць на які-небудзь цікавы семінар. Валанцёрства весне даёт просто возможность реалізоўваць свой какой-то потенциал, который в обычной жизни нельзя как-то применить и реализовать другими способами. Волонтерство весне дает мне маленькое чувство собственной значимости периодически, позволяет мне занимать мое свободное время, которое в противном случае я бы, наверное, полежала дома, то есть что является плюсом. Волонтерство весне дает мне новых классных друзей. Я пришла в весну, потому что здесь у меня есть возможность работать по специальности без постоянных вызовов в идеологический отдел. По-перше, ви повинні улічувати, що камізелька не буде працювати до кольору ваших очей, на жаль. А так, так само треба пам'ятати, що ця справа серйозна, і на вас можуть скласти протокол. Ви можете відпинутися в адміністраційному процесі, але це того варто. Я думаю, что новым волонтерам треба подрыхтоваться до того, что с каждым днем будет становиться все лучше. Нужно научиться быть непредвзятым и объективным. Они могут провести в поезде за год километров этак 5000. Иногда они будут находиться в депрессии. Каждому стоит попробовать быть волонтером, потому что уровни участия есть разные, то есть не обязательно там брать на себя какую-то высокую ответственность, можно брать столько, сколько ты можешь выполнить и попробовать в чем-то себя. Если там через какое-то время это тебе совсем не подойдет, ты можешь просто сказать «нет, ребята», и уйти. Но попробовать всегда стоит, потому что ты можешь измениться. Если ты наплевательски относишься к тому, что происходит вокруг тебя, если ты равнодушный человек и пофигист, то тебе, наверное, не стоит быть волонтером весны. Волонтер весне – это человек, який ошиває себе молодым, романтичным и хоче змінять себе и життя до лепшого. И коли ты такий, то тебе треба до нас. На мой взгляд, должны приходить какие-нибудь такие активные котики, которые готовы пахать, пахать и пахать. Я бы жадал, каб вы поспробовали, а потом вы решили для себе, повинны вы этим займаться тіні. Ваше гэта тіні. Подумайте, поспробуйте. На самом деле, поспробуйте.